Реальные истории реальных героев. Непростой путь к успеху женщин-предпринимателей или бизнес-вумен, как их еще называют. Успешные предпринимательницы из Азербайджана и других стран, а также азербайджанки, добившиеся успеха за рубежом, делятся своими историями в рамках форума «Новые возможности на горизонте. Зеленый свет женщинам-предпринимателям». На церемонии открытия форума выступили высокопоставленные гости, в том числе представители госструктур. Считаем, что женщины Азербайджана готовы заниматься деятельностью во всех отраслях, в том числе и в сфере предпринимательства на высоком уровне. Во многих отраслях – экономики, образования, здравоохранения – уровень вовлеченности женщин выше, чем у мужчин. Сейчас на очереди перед нами стоит задача повысить уровень участия женщин в сфере предпринимательства. С одной стороны, это гарант увеличения вовлеченности женщин в общественную деятельность, что в свою очередь благоприятно влияет на демократический потенциал Азербайджана. С другой стороны, это оказывает благоприятный эффект на материальное благополучие семьи. Независимое участие женщин в предпринимательстве играет большую роль в обеспечении свобод женщин. Сегодня особый день в календаре – начало глобальной недели предпринимательства. Таким образом, это мероприятие проводится в очень подходящее время. Сегодняшнее мероприятие – одно из тех, которые будут проводиться в более 170 странах по всему миру и охватит свыше 10 миллионов людей. Всего на протяжении глобальной недели предпринимательства по всему миру пройдет около 35 тысяч мероприятий. Мы знаем, что инвестиции в проекты для женщин и девушек не только улучшают жизнь самих женщин, но и приносят дивиденды семьям и обществу. Гендерное равенство, обеспечение свобод женщинам, мотивация женщин на независимое участие в предпринимательстве – ключевые аспекты развития как экономики страны, так и других отраслей, утверждают участники. Форум состоит из нескольких панелей, дискуссий, посвященных различным актуальным темам, потенциальным проблемам и сложностям, с которыми могут сталкиваться начинающие бизнес-леди. Сегодняшний день у нас 700 членов ассоциации, они очень дружные, близкие и развивать. Вы видите, у нас других стран мира сегодня присутствует всех 21 гостей, и они приехали в наш солнечный Азербайджан. И в этот год мы знаем, что наш 12 ценностей в численности ЮНЕСКО. Поэтому мы выбрали такое помещение, сделали здесь такое большое мероприятие, форум, чтобы присоединить искусство и предпринимательство, как развивать, делать для экономический стимул женщинам. Я очень рада находиться на этом форуме. Это хорошая возможность встретиться и пообщаться с женщинами-предпринимателями из Азербайджана. Очень приятно наблюдать за тем, что женщинам-предпринимателям здесь уделяется большое внимание и поддержка. Я всегда верила в то, что если женщина расцветает, то расцветает и экономика. Поэтому мы должны служить примером для всех женщин. На форуме обсуждаются актуальные темы, то, с какими сложностями сталкиваются женщины, решающие заняться предпринимательством. Конечно же, ничего не дается просто так. Это долгий и трудный путь. Я расцениваю форум как хорошую возможность, чтобы поделиться своей историей. Все выступающие неоднократно отмечали, прогресс женщин – это прогресс всего общества в целом. Таким образом, мероприятия, нацеленные на вовлечение женщин в общественную деятельность, будь то в сфере предпринимательства или в любых других областях, гарант устойчивого развития как в Азербайджане, так и во всем мире. Эльдар Расулов, Сеймур Гулиев, CBC.